всех пресс спортивных клубов «Клетка». Сегодня хотелось бы поговорить о подводящих упражнениях к боковому удару, к апперкоту. В плане не подводящих, что мы ставим там, вкручиваем бедро, там, плечо, там, как работать, а именно как помочь партнеру найти правильную траекторию удара. Да, именно траекторию правильного удара вот на вынос, здесь на вынос. Вот рука будет здесь идти, чтобы не было вот этих ошибок. Загребание. Для этого нам понадобится наша прекрасная, несравненная Светлана Андреевна. Вот, допустим, человек начинает бить апперкоты. Вот если вот сейчас Светлана Андреевна бьет правильно. Свет, она как бы, в зависимости от настроения света, а когда хорошее настроение, светит. Когда строгое настроение, Светлана Андреевна бьет правильно апперкоты. И когда бьют себе неправильно, да, вот так все бьют себе в лоб, там, под нос. Все, не набейся синяков. Все, мы делаем следующий движение. При вот так вот я ставлю руку по линии подбородка и вставляю ладошку на уровне лба. И, соответственно, человеку надо бить через эту руку, через низ. Одной рукой, второй рукой. И сразу возвращать. А многие начинают руки возвращать неправильно, возвращать их сюда к груди, вниз. Давай, поделай так неправильно. Вот отсюда бить. Соответственно, уже поправляешь, чтобы рука была на, по линии здесь подбородка носа. И поехали, бьем. Сразу, раз, два. Все. Вот таким образом я, допустим, стою в течение минуты, там вот так держу руку, и человек бьет. Ну, вот еще бывает момент, когда бьют апперкот, и руку далеко уводит локоть назад. То есть я в таких случаях делаю, мы садимся на татами и бьем отсюда, с положения сидя. Таким образом мы сразу убираем работу ног, и у нас работа только вверх. То есть опять вот это движение, если человек видно, что человек, допустим, руку куда-то убирает или бьет себе под нос, там, допустим, Светлана Андреевна подходит ко мне, держи мне руку здесь, мы сразу ставим препятствие. Это как-то на первом этапе обучения. И вот мы выносим. И руку прижимаем. Ну и после того, как мы поделали, допустим, удар снизу, там может быть по плану тренировки, может разные еще удары сделать, ну, комбинации. А возвращаясь там к перчаткам, все то же так же. Партнер, вот если, допустим, если я вот так поставлю, он может начать загребать. Тело загребает, правильно. Да, вот так вот. То есть мы должны четко попадать лапу в точку. Мы опять ставим руку, и вторая рука работает. Все, он уже четко сюда работает лапу. Выносит правильно и обратно забирает. Потом уже, когда человек уже начинает бить себе, начинает бить, уже видно, что он работает, мы начинаем руку потихонечку убирать. Как только он начинает опять делать неправильно, мы опять руку ставим. То есть делаем такую работу до тех пор, пока у человека не сформируется какая-то память мышечная на вынос. Все то же самое мы можем делать работу, когда партнер двигается на вас, просто шаги на крест. Я точно так же держу руку, партнер идет на меня, и я постоянно вот он бьет. Потому что это опять часто бывает такое, что человек идет, допустим, и не понимает, и начинает бить себе под нос, там, в нос, там, в лоб. Но это чисто индивидуально. Мы сейчас говорим про конкретно, по, допустим, одному человеку, если с кем работать. Потом опять же с челночка. Все то же самое можно сделать. Мы держим руку, и на челночке партнер прыгает, бьет. Все, потом уже убираем лапу, он продолжает так же работать. Все, и допустим, когда мы уже работаем на лапах, да, удары снизу здесь. Правой рукой подвигались, там левой, вот работаем. Чувствуете? Поставили ручку через руку. Через руку. Это может быть как работа быть. Вот мы ставим, я поставил руку, поставил через ручку, да, опять. Оп, через ручку, да, опять. Уже партнер уже привыкает бить через руку. Отсюда же дальше сайдстеп можно то же самое сделать. Я руку вставляю, партнер делает сайдстепом движение. То, что сами разбираю. И таким образом потихонечку партнер уже будет работать спокойно удары снизу. Самое главное не спеша, когда партнер начинает бить крюки. Мы локти прижаты, узко здесь выносим, корпус чуть-чуть. Когда мы руку будем поднимать, он и так еще сюда выйдет. Вперед, перекрываемся. Выставить руку. Отсюда сразу же продолжим к боковому удару. Часто расстраивая ошибка, опять человек начинает бить и вот от себя, или бывает такое, да, бьет куда-то туда в сторону, туда руку проваливает, или наоборот. Вот, допустим, когда человек начинает заниматься, я не учусь сразу работать отсюда сразу.
сразу корпусом вот так выносить плечо. То есть, мы начало, я учу начало работать, вот, чтобы рука уходила. И руку останавливать перед собой. Вот. Да, поэтому в таких случаях я делаю так. Мы стоим друг напротив друга. Я выставляю руку по линии плеча. Вот здесь. И партнер должен обойти мне руку и ударить ладошку. А ладошку держу по линии лица. Вот таким образом. И вот он отрабатывает боковой удар. Раз. И спокойненько отсюда работает. И руку самое главное вернуть на место. Чтобы не было такого. То есть если у меня здесь рука, я ее обошел, обратно возвращаюсь и руку где-то здесь оставляю. Чтобы не было таким движением. То есть я должен стоять, ударить, чуть отвести, через защиту пройти. И второй рукой. Раз. После того, как он поделал, мы опять можем опять же сесть на татами, чтобы исключить совсем полностью работу ног. Смотрите, становлюсь там на колено, на одно, там как удобно. И держу одну руку, потом вторую руку. Потерял пиано. Все, исключаем, да, исключили. Все то же самое на лапах. Допустим, когда нам партнер там менее опытный и будет большая лапа нам мешать, я одну руку держу без лап. Вот сейчас под левую боковую поставил ручку, ударил, все, в стоечку опять поставил, выставил в стоечку. Выставил, обошел, ударил. Соответственно, потом уже, когда мы здесь научили руку останавливать здесь, мы можем всегда начать продолжить движение дорабатывания корпусом. То есть мы сделали удар, и потом здесь уже доработали. Уже включаем туда плечо более мощнее. Вот как бы вот так вот я у детей, ну и детей, и взрослых, всех. Всех, кто новенький, всех, кто первый раз, я так начинаю сразу учить. То есть подхожу, вообще что стараюсь, скажем так, сделать. Вторую руку, чтобы он почувствовал. Кто-то сразу, вот в этом случае мы сделали, остановись. Вот здесь мы сделали. И теперь мы уже, когда человек понимает, чувствует, мы уже можем добавить, чтобы он сильнее вкручивал сюда плечо. Работа корпуса. Вот так. Есть еще такое упражнение, когда мы стоим напротив, допустим, вот так поставили руку, да, и чисто дорабатываем здесь плечом, вот учимся работать корпусом в конце удара. Поставили отсюда, работаем здесь. Ну что ж, другую руку там дали, да? Вот мы делаем движение. Но это уже такой более тонкий момент, когда мы уже умеем. Ну и, соответственно, потом боковые удары. Мы заработаем на лапах. Я поставил одну руку, вам кинули вторую руку. Вот он, партнер, проходит. Защиту сразу бьет. Если бы, как бы, если было бы, допустим, набегание, я бы тоже так же ручку выставляю, пошел, партнер, бьет уже как сайдстепом. Обходит. Потому что вот я иду, допустим, идет соперник на вас, руки у него здесь. Вы отсюда сразу начинаете обходить через сторону. Все, прошли. Опять называем, да, мы лапы держим вот так вот в ширине плеч. И одна рука чуть-чуть дальше, другая сильнее сюда провалим, чтобы удар проходил. Отсюда можно сделать уже как комбинацию. От дальней руки, смотрите, через низ рука. Раз, два. И так потихонечку партнер уже будет потихонечку понимать. Как только он прочувствовал, перешли чуть-чуть на челнок, чтобы подвигался. Прыгаем, бьем просто. Руку обязательно вернуть. Следим за тем, чтобы руку возвращать и не перекручивать, чтобы не было такого. То есть мы ударили и вот таким. Это чуть другая работа. Мы стоим в стоечке, кинули, вернулись. Таким сразу подскоком коротким боковым. Дальняя рука. И чтобы рука не уходила ниже, да, то есть мы отсюда стараемся сразу ударить, то есть чтобы не было вот этого движения. Как вот один раз я показал на мешке, там другая работа, разброс, и там сразу куча специалистов появилась. Очень, конечно, приятно, что специалисты тоже смотрят. Снова, наверное, так порадовалась. Она так всегда ей так нравится, когда так. Ну и, соответственно, пишем, как бы не стесняемся, спрашиваем номер телефона Светланы Андреевны.
Мы, в принципе, на этом все и закончили. Если какие-то трудности, пишите, звоните. Всем пока.